«Я не беру, скажи нет и тым». Флешмоб под таким названием устроили пограничники аэропорта Борисполь. Действо приурочили к Международному дню борьбы с коррупцией. В акции приняли участие десятки пограничников. Таким образом, они хотели показать свое отношение ко взяткам. Каждый из них держал в руках плакат со словами, которые, по мнению самих стражей границ, характеризуют современное европейское государство. «Я не беру. Твоє ні має значення. Я не беру. Корупція – це злочин проти незалежності. Я не беру. Не роби корупцію обличчям України».